sweet and mellow like a jewel. 你给你用你 хороший мальчик. Ты должен быть твердым и сильным. Они должны бояться тебя, родной. Им нужен кнут. Ты никогда не упускал случая показать свою любовь. Покажи им теперь свой кулак. Не стоит волноваться, родная. Не стоит? Милюков публично обвинил меня в измене, а эта мерзкая дума ему рукоплескала. Я внучка королевы Виктории, немецкая шпионка? Да, я наполовину немка. Но немцев не выношу. Особенно императора, твоего кузена. Ты ему верил, а он тебя предал. А теперь Милюков с думой хотят устранить меня, как немецкую шпионку. Ты что, забыл? Илюсь, все, уже простил. Я ничего не забыл. Тем более не простил. Ни Милюкову, ни думе. Я сегодня подписал указ о распуске думы. Так зачем выступать перед ними? Милая Родзянко очень просил. Родзянко твой революционер. Князь Голицын просил. И ты послушал его? Он председатель Совета министров, родная. Он тряпкой развалина. Ты сама рекомендовала его, вспомни. Мама! Мама, мне страшно. Папа! Они хотели убить тебя и всех нас. Кто они? Какие-то люди, я их не знаю. Успокойся, Алёш. Здесь никого нет, кроме меня и мамы. У него температура. Он весь дрожит. Идем в постель. Осторожней, Ники. Нюта, доктора зови и градусник дай. Градусник там лежит. Доктор Деревенько уехали, а Боткину Ольги Николаевны дежурят. Как она? Да неважно. Температура высокая, 40. Боже милостивый. Дочки, а вы почему грустные? Машенька, ну что ты нос повесил? А ты еще спрашиваешь? Мне брата жалко. Он с тобой собирался и заболел. Он такой несчастный, одинокий. Ну почему одинокий? У него есть вы, есть я, мама. Что мы? Ты уезжаешь, у мамы дел по горло. Дел по горло? Это что-то новое. Не объясните мне, что это значит? Дел по горло. Это значит очень много дел. Это правда. Не грусти. Не прощаюсь, еще увидимся. Через час. Возвращайся скорее. Без тебя очень плохо, папа. Поправляйся. Храни тебя Господь, дочка. Папа. Как ты себя чувствуешь, сынок? Хорошо. Глаза режет. Немного. И горло. Чуть-чуть. Лежи, лежи. Как только поправишься и приедешь, я повезу тебя в войска на смотр, хорошо? Помнишь сибирских стрелков? Помню. А флотилию подводных лодок в Риге? Помню. Они были покрыты толстым льдом. Да, холод был ужасный, минус 30 и ветер. Так что одевайся теплее. Договорились? Я все равно не приеду. Почему? Потому что я болею. Еще долго буду болеть. Я всегда долго болею. Ты знаешь. И мама знает. Я инвалид. Гемофилик. Кто сказал, что ты инвалид? Никто. Я сам знаю. Это неправда.
Ты не инвалид. Ты хороший, живой и умный мальчик. Если бы ты всегда слушал меня, ты был бы здоровым. Мама права. Ты непременно поправишься, вот увидишь. Папа, пожалуйста, не уезжай. Останься. Прошу тебя. Это тебе. Что это? Открой, посмотри. Яичко? Не только. Открой его. Часы. Этот брикет подарил мне мой отец, твой дедушка. Теперь я дарю его тебе. Спасибо, папа. Папа, не уезжай, останься. Будем все вместе, пожалуйста. Доченьки, родные мои, смотрим. Славные мои. Ники, все на нас смотрят, видишь? Ну и что? Отправляемся, государь. Его Величество, государь-император, сегодня к нам не приедет. То есть как это?
Почему не приедет? Попрошу объяснить, господин председатель. Только что по телефону премьер-министр князь Голицын сообщил мне, что государь срочно выехал в Ставку, где реально сложившиеся обстоятельства требуют его личного присутствия. Я говорил об этом. Вы не находите, что это пощечина Думе? И не первая пощечина. Сколько вам уже это терпеть? Да чего вообще надо лучше понимать? Да чего вы здесь собрались, а? Да, войдите. Ваше Величество, обед готов? Подавать? Подавайте. Срочная телеграмма из Петрограда от Родзенко. Что в ней? В городе беспорядки. Чем? Надо доложить. Расстроиться. Надо доложить. Завтра доложим по приезду. По приезду.
приезде. В общем, как приедем, так и доложим. Утро вечером мудренее. Сейчас все равно ничего сделать нельзя. Едем и едем. А там авось обойдется. Счастлив приветствовать вас, Ваше Величество. Добро пожаловать. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Как ваше здоровье? Что нового? Здоровье, слава Богу, Ваше Величество. Врачи говорят, выкарабкался. А вот новости. Что-нибудь случилось? Случилось, Ваше Величество. Что? В Петрограде волнение. Этого не может быть. Я только вчера оттуда, все было спокойно. Это какое-то недоразумение. Еще предвижу затруднение. Родной земли спасая честь, я должен буду, без сомнения, письмо Татьяны перевесть. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. Ты что смеешься? Не любишь Пушкина? I like Pushkin, but your reading is so unusual. Спасибо. И так читала по-французски. Ваше Величество, пришел граф Бенкендорф, просил доложить что-то очень срочное. Боцман, читайте дальше. Слушаюсь. Лежи, я скоро. Ну, давай, читай. Ваше Высочество. Давайте лучше картинки посмотрим. Читай. А может, бокс? Давай. Ну вот, из-за тебя бригет уронил. Что это? Это часы. Ваше существо. Славная вещица. Стоит, должно быть, дорого. Идут? Идут. Слава Богу. Бокс! Ну как? Отлично. А книжкой? Можно. Евгений Онегин. Ну как? Хорошо. А теперь подушка. Еще удар! Еще! Хорош! Ну как? Аут! Ваша взяла! Мама! Боцман, оставьте нас и позовите Татьяну Николаевну, пожалуйста. Слушаюсь. Как ты, родная? Хорошо. А что случилось? Потом расскажу. Мама, ты звала?
Что случилось? Ужасная новость. Бунт, восстание в Петрограде. Военные изменяют присяги, переходят на сторону толпы. Господи, какая же это новость? Я же тебе об этом говорила. Когда ты мне говорила? Позавчера еще говорила. Что же, ты меня совсем не слушала? Да, возможно. Вы все больны. Голова идет кругом. Но это еще не все. Радзянко просил передать нам, чтобы мы поскорее уезжали отсюда. Куда, мама? Куда? Не знаю. В Ливадию, наверное. В Ливадию? Вот здорово. Сидеть. А по-моему, мама, это очень хороший совет. Ведь если восставшие придут сюда, нам же будет хуже. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, мама, что надо собирать чемоданы и двигать отсюда к папе. У него там войско. Что за выражение «двигать»? Двигать, мама, это значит доносить ноги, пока мы целы. Но вы же все больны. Лично я здорова. У тебя ухо болит. Пустяки. Закутаемся потеплее и на вокзал. Верно? Верно. Закутаемся к папе. Он нас в обиду не даст. Надо ехать, мама. Ты должна это понять. Да, характера тебе не занимать. И в кого ты у меня такая? В прабабку. Королеву Викторию. И в тебя, мама. Немножко. Пойду дам распоряжение. Пошли телеграмму папе. От твоего имени, разумеется. Можно? Покажешь мне. Конечно. Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, ибо завтра будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба России и династии. Председатель Государственной Думы Радзянко. Ну и что же хочет от меня Радзянко? Новое правительство, ответственное перед Думой во главе с ним самим? Совершенно верно, Ваше Величество. Именно так. Хорош. Нечего сказать. Стало быть, Конституция. Стало быть. Боже сохрани. Разрешите доложить, Ваше Величество. Толпа взяла штурмом кресты. Освобождены не только политические, но и уголовники. Батюшка Света, час свой часу не легче. В городе начались грабежи, мародерства. 250 тысяч бастующих. Только что из Сарского по телефону получили запрос графа Бенгендорфа. Что в нем? Не желаете ли вы, чтобы Ее Величество вместе с детьми отправилось к вам навстречу? С больными детьми мне навстречу? Какая в этом необходимость? Я сам к ним приеду. Необходимость очень острая, Ваше Величество. В Петрограде революция. Опасные минуты, Ваше Величество. В Петрограде неопределенность. Правильное ваше место и место наследника ставки здесь. Справедливо сказано, государь. Вся Россия в покое. Кроме Петрограда нигде беспорядков нет. Вся действующая армия строго вам подчинена. Как же вы, государь, можете все это оставить и ехать сам на опасность в Царское? 64 дивизии ждут только сухой дороги и приказа о наступлении. Снарядов теперь вдоволь, государь. Немцев мы побьем. Победа близка, Ваше Величество. На расстоянии вытянутой руки. Да, пожалуй. Благодарю вас, Михаил Васильевич. И вас, Илья Леонидович. Благодарю вас, господа. Предлагаю всем пойти попить чайку. Мы за. Вы не возражаете. Прошу вас, господа. Ах, великолепие затеплится синим. Лишь только звезды зажгут небеса и черемух серебряный.
Владимир Николаевич, задержитесь, пожалуйста. Слушай. От Бетховена уходит служанка. Он так расстроился. Просит ее: Анна Мария, не покидай меня, не покидай. Ты меня столько лет вдохновляла. Она говорит: кто? Я? Прошу внимания, господа. Через час выезжаем. Куда? Царское село. Приказ государя. Что вы предлагаете конкретно? Предлагаю склонить государя к отречению. Если это не сделаем мы, это сделают Чхиидзе Керенский с совдепом. Совершенно с вами согласен, Александр Иванович. Сегодня утром я должен был ехать к государю, но меня не пустили. Советы требуют, чтобы со мной ехал чхиидзе с батальоном солдат. Именно поэтому мы должны действовать тихо и быстро, никого не спрашивая. Надо дать России нового государя. Тогда юридически революции как бы не будет. Браво, Александр Ильич. Я согласен и поддерживаю. Я тоже поддерживаю. Решено. Ваше Величество, прибыл командующий Северного фронта, генерал Русский, с ним двое. 21. Кто? Начальник штаба Северного фронта, генерал 22. Данилов. Начальник снабжения, генерал Савич. Где они? В столовой, я им чай предложил. Пьют. 22. Ну. 25. Ваше Величество, все командующие фронтами за ваше отречение. И генерал Алексеев? И генерал Алексеев. Это общее мнение. Прошу познакомиться с их телеграммами. Обстановка, Ваше Величество, крайне тяжелая. Она не допускает иного решения. Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России. Я горячо присоединяюсь к сказанному. Эта жертва нужна для блага России, для конечной победы. Но как знать, господа, действительно ли вся Россия за мое отречение? Прошу прощения, государь, но сейчас не до анкет. Ситуация складывается так стремительно, что всякое промедление чревато гибелью. И только ваше отречение, смиренное, христианское, спасет Россию от смуты и от военного позора. Может быть. Может быть. Скажите, доктор,
но только откровенно, не щадя моих отцовских чувств. Будет ли мой сын, Алексей, жить так, как все живут? И сможет ли он царствовать? Понимаю, ваше величество, всю боль вопроса и ответственность в момент. И поэтому не буду лгать вам. По науке царевич Алексей не должен дожить и до 16 лет. Медицина, доктор, может ошибаться. Случается, ваше величество. И, как говорится, дай-то Бог. Но исцеление наследника было бы чудом. Сохранить и продлить его жизнь можно только крайней предосторожностью. Благодарю вас, доктор. За что? За правду. Ведь ее так трудно высказать. Зато теперь я точно знаю, как мне надо поступить. Благодарю вас, Сергей Петрович. Господа Гучков, Шульгин. Да. Честь имею. Государь примет вас. Прошу следовать. Я принял решение отречься от престола. До 3 часов сегодняшнего дня я думал, что смогу отречься в пользу сына Алексея. Но позднее я переменил решение в пользу брата Михаила. Я думаю, вы поймете чувства отца.
Вот текст отречения. А что это будет значить практически? Практически это будет значить, Ваше Величество, что охрана дворца переходит от сводного полка и конвоя войскам гарнизона. Кроме того, вам не разрешается пользоваться телефоном. Ваша корреспонденция подлежит контролю. Те лица из свиты, кто не пожелает быть арестованными, обязаны покинуть дворец сегодня же до 16:00. У меня больные дети. Им требуется лечение. Врачи будут пропускаться беспрепятственно, Ваше Величество. Но в сопровождении охраны. Когда я увижу мужа? По нашим сведениям, Его Величество прибывает в Царское завтра, 9 марта. Генерал, нас не оставят вдвоем? Ответьте, генерал. Скажите правду. Что с нами будет? Ваше Величество, не огорчайтесь. Вам не грозит ничего худого. Все это пустая формальность. Меры предосторожности против разгула мятежных войск. Все равно ведь вы привязаны к месту, пока хворают ваши дети. А когда они выздоровеют, я слышал, на Мурмане вас будет ждать британский крейсер. Так что не отчаивайтесь. Звали, Ваше Величество. Только что генерал Корнилов от имени Временного правительства официально объявил мне, что мои дети и я арестованы. Слуги и работники, не желающие переносить все тяготы с нами вместе, должны покинуть дворец до 16:00. Я остаюсь, Ваше Величество. Мерси, Пьер. Иного я и не ждала. Теперь, мой друг, прошу вас помочь мне и поговорить с моим сыном. Ему надо все объяснить. С ним сейчас доктор Боткин. Пусть он придет ко мне.
Здравствуйте, господа. А что это вы там делаете? Ищем бригет. Папин Богданович, где волосы купят? Евгений Сергеевич, было бы хорошо, если бы вы навестили Ее Величество. Она сейчас в большом кабинете. Ваше Высочество, я к вам позже зайду. Угу. Алексей Николаевич, у меня для вас новость. Какая? Завтра приезжает ваш отец. Вот здорово. А мама знает? Ну, разумеется, она мне об этом и сообщила. А во сколько приезжает папа? В 11 часов. И больше в Могилев он не поедет. Почему? Потому что ваш отец более не хочет быть главнокомандующим. Значит, я никогда больше не пойду с папой в ставку и в войска? Ну, не огорчайтесь, ваше высочество. У вашего отца теперь будет значительно больше свободного времени, и вы сможете чаще видеться с ним. Дело в том, что ваш отец не хочет быть более императором. Почему? Он устал, и в последнее время у него было множество всевозможных трудностей. Ах, да. Мама мне говорила, что когда он уехал сюда, его поезд арестовали. Но после папа будет императором? Почему? Ваш отец отказался от престола в пользу брата своего, великого князя Михаила Александровича. Стало быть, теперь император не папа, а дядя Миша? Великий князь Михаил Александрович тоже отказался от престола. Но если не будет императора, кто же будет управлять Россией? Ну, Россией будет править Временный комитет, созданный Государственной Думой до созыва учредительного собрания. Возможно, тогда ваш дядя Миша взойдет на престол. Откуда это у вас? Подарок. Чей подарок? Их Высочество Алексея Николаевича. Вы не обижайтесь, боцман, но я должен проверить, таков порядок. Да вы присаживайтесь. Дело ваше. Проверяйте. Только уйти я должен до 4. Я с господами оставаться не могу. Я понимаю, понимаю. Постараемся выяснить быстрее. Ты почему плачешь, милый? Мне папу жалко. Где ты была? Почему долго не приходила? Дела задержали. Прости меня. Еще мне боцмана жалко. Почему он от нас ушел и даже не попрощался? Боцман плохой человек. Позабудь о нем. Неправда. Он очень хороший. Он мой друг. Боцман нечестный. Нет, мама, ты не имеешь права так о нем говорить. К сожалению, имею. Нет, не имеешь. Успокойся. Вот. Это твой брикет. Где ты его нашла? Я его потерял. Милая, нашла его не я, а дежурный офицер. И знаешь где? Где? У боцмана Деревенко. Как это? Очень просто. Боцман взял его у тебя и теперь сидит под арестом, как вор. Неправда. Он не крал его у меня. Я ему его подарил. Вот он хороший. Ты говоришь мне правду? Да, боцман хороший. Ты сказал, что потерял? Да, сказал. Я просто забыл, что его уже подарил боцману. Когда же ты успел? Когда ты ушла, я тебя не было. Ясно. Ты знаешь, что мы сейчас сделаем? Я позвоню дежурному офицеру и попрошу его освободить твоего друга боцмана. Я велю ему передать твой подарок и принести извинения. Ты доволен? Мамочка, я тебя очень люблю. Прости меня.
Пожалуйста. Все в порядке, боцман. Можете идти. Ваше Величество, это полковник Кобылинский, новый начальник караула. С ним штабс-капитан Кацебу. Прошу вас. Ворота бывшему царю. Сынок. Кто там? Ваше Величество, прошу прощения, это граф Бенкендорф. В чем дело? Ради бога, простите, Ваше Величество. Комиссар совдепа Масловский хочет видеть Его Величество. Какой комиссар? Какого совдепа? Я сейчас все объясню, Ваше Величество. У государя мигрень. Он ужасно измучен. Что еще им от него надо? Только убедиться, здесь ли он во дворце. Сэр! Посмотрите в окно, умоляю вас. Заряжай. Ники, мальчик, послушай, родной мой, надо встать, одеться и пойти. Там ждет тебя комиссар совдепа Масловский. Он очень хочет тебя видеть. Ники, милый, зачем? Любимый мой. У меня ужасная мигрень. Надо встать и пойти. Ты должен, пупсик, должен. Ой, зачем? Здравствуйте.
Но я пошел. Идите, государь. Генерал-обер прокурор Кивинский, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Федорович. Это моя семья. Мой сын Алексей. Здравствуйте. Две старших дочери. Ольга, Татьяна. Остальные больны в постели. Если хотите, их можно увидеть. Нет, нет, что вы, я не хочу их беспокоить. Моя супруга, Александра Федоровна. Николай Александрович, я бы хотел переговорить с вами наедине. Пройдемте в кабинет. Прошу прощения. Какой неприятный человек этот Керенский. Он потому такой, что не уважает папу. И маму тоже. Разумеется. Потому что теперь наши папа и мама никто. То есть? Частные лица. Какая ты нечуткая, дочка. Жестокая. Почему? Я вас, папа, очень люблю. Тогда почему ты так говоришь? Потому. Что это? Лысею. Не обращай внимания, мама. Не в себе она. Пропадают волосы. Она лысеет. И ты. И я тоже. А что такое? Боже, как это что? Оленька, вы же невесты. Евгений Сергеевич сказал, это нормально. А витаминоз после кори пройдет. Нужно только постричься. Почему он не сказал мне? Ну, пойми нас, мама, ну кому хочется ходить бритыми? А по-твоему, ходить лысыми лучше? Разумеется, хуже. Ники, что это значит? Все мои бумаги, вся переписка, в том числе личная, все конфисковано. Почему? Работает чрезвычайная следственная комиссия. Ищут преступления, совершенные старой властью. Тобой? Совершенно верно, родная. Мною в первую очередь. Еще кем? Еще. Моими министрами, помощниками. У меня их было много. Мной? Разумеется, родная, такова форма. Но им не удастся найти эти самые преступления. Но главное, они подозревают нас в измене. Не нас. Меня. Но почему нас? Нет, меня. Я знала. Ждала чего-то подобного. Раз наполовину немка, значит шпионка. Как гнусно это я-то. Я внучка королевы Виктории, принявшая православие всем сердцем. Алекс, что с тобой? Выпей. Дверь от замка. Дверь к Керенскому. Они нас обманывают. Мы не уедем в Англию. Твой кузен Георг от нас отказался. Успокойся. Прошу тебя. Я знаю. Крейсера из Англии не будет. Нас всех сошлют с тебе. Нас всех на родину старца. Григория Ефимовича Распутина. Я только что видела его во сне. Он взял меня за руку, подвел к двери. Сказал, открой ее, смотри. А там были все мы, ты и я, дети. Еще кто-то не разглядел. Всем страшно видели. Иди, твою мать. Ха-ха-ха.
Мама, я прошу тебя. Ты знаешь, чья это музыка? Знаю. Ее написал дядя Миша. Правильно. А где он ее написал, знаешь? Знаю. В Ливадии. А вот и не знаешь. А где? В Екатеринославе. На маневрах. В палатке. Откуда в палатке рояль? А он на гитаре. Дядя Миша. Здравствуйте, Николай Александрович. Здравствуйте, Александр Федорович. Добрый день, сударыня. Я договорилась, нам разрешили. А ты знаешь, куда мы едем? Куда? В Тобольск. В Тобольск? Тобольск. Я говорила. Сударыня, поверьте, там очень лояльное население и удобный, благоустроенный губернаторский дом. К тому же это, Николай Александрович, будет гарантировать вашу безопасность. Ну а на прощание, Николай Александрович, я с особой радостью хочу сообщить вам, что все наши подозрения по поводу вашей так называемой измены не подтвердились, с чем я вас искренне поздравляю. Благодарю, Александр Федорович. И вас, сударыня, тоже. От всей души. Желаю вам благополучного путешествия. Ну а весной, Бог даст, обстановка изменится. И тогда вы сможете перебраться в Крым, в Ливадию. Прошу вас. Спасибо.